У Людмилы Николаевны Рузаевой необычное увлечение. Из бисера и ниток она создает поистине шедевры. В ее коллекции знаменитые картины Климта и Ван Гога, вышитые собственными руками. Все начиналось с мелочей, с плетения украшений. Но когда я увидела пасхальное яйцо и подумала, а что может быть лучше такого подарка, если еще на подарке написано «Христос воскрес», да? На Пасху подарить, на день рождения, на Рождество Христово. Что еще может быть лучше? Только это. Вот. Но когда я увидела иконы, вышитые бисером, тут мне, конечно, я перестала спать. Чтобы вышивать иконы, она получила благословение православной церкви. И вышивала запоем. Вот я вышивала здесь, заходил муж и говорил, ты знаешь, сколько сейчас время? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, уже за полночь. Одна из любимых икон Людмилы Николаевны, к которой она относится с особым трепетом – святые Петр и Феврония Муромские. Такая икона должна быть в каждой семье, считает она, чтобы оберегать очаг и отношения. Петр и Феврония, в отрочестве он Давид, а она Евросиния, заключили брак. Жили в мире согласия и любви, и в один день умерли. Это не подражание для нас, для христиан. С мужем Анатолием Андреевичем родились практически в один день, 27 и 29 мая. Начали встречаться еще в институте, и вот уже 50 лет вместе. И в горе, как говорят, и в радости. И, в общем-то, я хочу сказать, что мне повезло. Муж и дети у меня великолепные. Воспитали двух сыновей, которые уже сами обзавелись семьями. Старший сын живет в Москве, младший в Нижнем Новгороде. Близким Людмила Николаевна тоже вышила именные иконы. Самые красивые, любимые внучкам. И как вышивка бисером, создание крепкой семьи – дело кропотливое. Рассматривать нужно своего мужа, с которым ты прожил уже не один год и имеешь двух детей. То есть рассматривать его как хорошего человека. А если у него есть какие-то недостатки, то их надо рассматривать отдельно. То есть недостатки какие-то, у всех они бывают. Поэтому надо смотреть в корень. Очень хороший, надежный человек. Полвека супруги вместе справляются со всем, что преподносит им судьба. Строят свою жизнь на взаимном уважении, любви и верности, как завещает старинная легенда.